Всем привет, дорогие друзья! Всем позитива, юмора и отличного настроения. Мы снимали с Диманом для вас очередной шикарный гайд, который выйдет обязательно на канале в ближайшее время. Пока по гайду не буду распространяться, но, возможно, сами вы догадались, что мы будем тестировать различные фишки в игре, да, и прелести для обороны базы, ну и другие всякие разные ништяки. Вот. Ну и какое было наше удивление, когда в процессе, собственно, записи гайда к нам прибежал случайно, ну, впервые такое, прибежал игрок. Вот. Ну и посмотрите, чем вся эта заливная рыба закончилась. Ну, как обычно, выручил дядя Вася. Прилетел на дроне и выручил. Смотрите. Диман, беги аккуратненько между кустами, пожалуйста. Вообще ее не видно, вообще. Могу дать тебе металлик. А погоди, дай я сам посмотрю, сейчас, секунду. Так, берем металлоискатель, самодельный, вставляем в него батарейки. И включаем. Вот он идет с ним. Это мы знаем, что там мина, поэтому идем сразу к ней. Близко нельзя подходить, вне базы мины срабатывают на всех и на вас тоже. Имейте в виду. Дальше уже нельзя идти мне. О, чувак какой-то пришел. Ага, прикольно. Ну чё, подожди, это у нас не штатная какая-то херня. Руки вверх! Руки вверх! Что он немец? Хендехох, может он немец? Хендехох! Хендехох! Как по-английски руки вверх? Hands up! А, у нас... Давай дадим ему пожрать. Вот, как у него виллы. Да, я ему дам попить. А он вот руки поднял. Держи водички, попей. Водичка тебе, да. Ну что, добавить его в отряд или пока не надо? Что делать с этим гавриком? Он знает, что нас двое? Не, конечно, я его не буду убивать. Можно сейчас, знаешь, его случайно заманить на мину. Вот я сейчас отбегу, смотри, сейчас он вкорячится. Он пишет сейчас привет. Он кинул в тебя бутылки. А тут валяется твое оружие где-то, потому что он сейчас подберет, начнет по нам стополять. Он куда-то унесся, короче. Такой шустрый персонаж. Взял такое тело, прибежало лохматое. Это угар. Он здесь тусит, он никуда не ушел, он тут. Я его хорошо вижу. А меня-то не... Убегай, глупец! Ой! Сваливает, короче. Он на крышу залез, слышишь? Залезай на крышу, они меня не трогают, я в золотом костюме. Дядя Вася снимается, это прилетел на дроне, дроны не убивают. Дядя Вася угорел, короче, над нами. А, я не могу, просто угар, блин. А как он залез наверх, объясните мне вот эту тему. Так через дверь, на дверь, а потом туда. А-а-а. Блин, я что-то не могу к нему залезть. Сейчас я убираю зомбаков.
А где взрывашка? Здесь где-то взрывашка, бро. Прикинь. Он блюет на них. Он блюет на зомбаков. Слезай чисто! Тебя как зовут? Как зовут тебя? Б нажимаешь и можешь говорить в микрофон. Что-то он походу нету, не понимает. Писал, привет. Андрей, ты. Андрей, ты что испытываешь там написал? Помоги ему. Сейчас я ему помогу. Главное его не убить. Что, замочил ты его? Надо меч взять. Давай я ему меч. Сейчас я ему подарю меч и рюкзак твой подарю. Что у тебя там в нем? Дядя Вася, здорово. Комплект подарков игроку, пожалуйста. Дядя Вася, как дела? А? Ну, мотоцикл там по мелочи, там, рюкзак что-нибудь там. Спасибо. А, я на перекур сейчас. Давай. Тут его гоняют зомбаки, я их убираю, короче. Давай, помоги их убрать. Одевайся, это тебе подарки, дядя Вася. Одевайся, одевайся, подарки от дяди Васи тебе. Вот магазины. Тут что-то еще он накидал. Штаны. Магазины, штаны, автомат возьми. Вот магазин рядом со мной возьми. Бери, бери, бери. Одевайся. Диман, смотри, он вооружен, ты можешь его законтролить? У тебя оружие есть с картом? Оружие возьми в руки, нет. Магазины есть, спустись вниз, ты его контроль, потому что можешь меня убить сейчас. Братан, бери мотоцикл и езжай, подарок тебе от дяди Васи. Бери мотик, езжай. Это все тебе в подарок. Бери мотик, езжай, а то мы тут заняты сейчас пока. Потом еще увидимся, братан. Давай, удачи тебе. Пуля, винтовка, лук. Че, пойдем, будешь подрываться. Сейчас на мини вкорячит на нашей наездится.
Так, ну ты что, готов корячиться? Мина вот здесь. Диман, бери металлик. Держи. Сейчас я врублю все.